3 июля 1905 года. Дорогой Эндрю, ты только что вступил в новую пору своей жизни, избрав путь, который предельно подвергнет испытанию твое чувство долга и ответственности. Пожалуйста, выслушай меня. Я верю. Я надеюсь, ты уже достаточно взрослый для того, чтобы я могла раскрыть тебе одну тайну. Тайну, имеющую отношение к тому, что произошло с твоей матерью много лет назад. Смирно отставить. Давай-давай. Чик-чик, вжик-вжик. Стриги покороче. Вот так. Чем короче, тем лучше. А это чья койка? Это не койка, это свинарник какой-то. Какая гадость. Эй! А кто разрешил развешивать здесь портреты своих мамзелей, а? Кто повесил тут эту лохудру? Это Моцарт. Кто? Это Моцарт, сэр. Моцарт. Кто из вас тут Моцарт? Быстро два шага вперед. Он умер, сэр. Умер? Когда? Взвод, ко мне, становись! Он умер? Почему мне никто не доложил? Почему мне не доложили? Не могу знать, сэр. Почему мне никто ничего не сказал? Я здесь еще никого не знаю вообще, сэр. Моцарт был великим композитором, сэр. Он умер много лет назад. Так. Вот. На плацу, в полной выкладке. Становись. 2 минуты на все. И не забудьте свои противодымные маски. Выполняйте. Бегом, марш. Ну, живей, живей, шевелись. Пошел, пошел. Вы что, умники, действительно думаете, что я не знаю, кто такой Моцарт? Ну да, конечно, знаешь ты. Так вот, срать я хотел на этого Моцарта. Ты, повторяй за мной. Срать я хотел на этого Моцарта. Срать я хотел на этого Моцарта, сэр. Молодец, снимай свою маску. Так вот, если вы хотите снять эти проклятые маски, повторяйте за мной. Срать я хотел на этого Моцарта. Отлично, молодцы. Снимайте маски. Классная стрижка, но я тебя совсем не слышал. Я не могу этого сказать. Моцарт великий композитор, сэр. Ну все, ему хана теперь. Значит, вы, девушки, решили побороться с сержантом О'Лири по кличке Бешеный Пес. Окей. Хотите поиграться? Что ж, посмотрим, кто выиграет. Я же не виноват, что Моцарт великий композитор. История, которую я хочу тебе рассказать, началась до того, как ты родился. Твоя мать покинула родной Чикаго и отправилась в Россию. Скорый поезд мчал ее к Москве, где ее ожидало одно весьма деликатное дело. Господа, первый класс.
Пахнет экзотикой. Ставлю рубль, господа, наверняка есть свободный купе. Господа, господа. Ну, началось. Господа, вперед! Господа, юнкера, господа, вернитесь, господа. Давай, сюда, 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 сюда. Господа юнкера, вернитесь, никуда, господа. За что там? О, господи, папа. Простите, мадам, тут несколько... Не смею вас беспокоить. Все запропастились. What do you think you're doing? Ну и что вам тут угодно? Thank you, madam. Спасибо, мадам. Security, ma'am. Охрана, мадам. We're bodyguards. Мы телохранители. An elite unit. Особое подразделение. Нас прислали для вашей охраны. В поезде прячется маньяк. Головорез. Террорист. Его сообщник чернокожий. А, я видела его. Правда? Правда видели? Это африканский принц такой, коротышка. Принц — это его кличка. Он нападает только на иностранок. На иностранных, путешествующих в одиночестве. Что, и на вдов тоже? Особенно на иностранных вдов, путешествующих в одиночестве. Какой ужас. Но у меня есть секретное оружие от него. Правда? Ой, пожалуйста, покажите нам. Ну, ну пожалуйста, покажите. Простите, извините. Извините нас. Простите нас, юнкер Толстой, останетесь охранять даму. Под охраной юнкера его императорского высочества вы будете вне опасности, мадам. Дураки. I don't want to trouble you. Я не хочу вас беспокоить. I'm a cadet. Я юнкер. Его высочество великий князь Алексей Александрович, патрон нашего военного императорского училища. Садитесь. Благодарю. I'm going to be an officer. Я будущий офицер. What are those? А что это такое? А, это? These are... Это... Бублики. Бублики. Mm-hmm. Look good. Как аппетитно выглядит. May I? Можно попробовать? Конечно. Ой, простите, я забыл представиться. Андрей Толстой, к вашим услугам. Толстой? Нет, извините. Мы не родственники. Джейн. Келлоган. Вы читали «Анну Каренину»? Не до конца. Немедленно починю. Don't worry. Да не беспокойтесь. Yes, fix it. Хотя почините. Да, господа, я бы на ней не женился, это точно. Господа, а что она заблажила-то? А бог ее знает. От восторга. От восторга? От восторга. Why did your friends take off like that? А почему ваши друзья сбежали? Russians don't like opera. Что, русские не любят оперы? Наоборот. У нас в училище есть любительский оперный кружок. Что, великий князь тоже там поет? Нет. Что вы? Ну, он приходит на представление. Ну, как мило. А вы поете? Да. Мы сейчас репетируем оперу Моцарта, «Женитьба Фигаро». А какую партию вы поете? Фигаро, сивильского цирюльника. Послушайте, спойте, пожалуйста, что-нибудь. Что, прямо сейчас? Ну да, пожалуйста. Что, прямо сейчас? Non ti dai far farone amoroso, girando delle belle, turbando il riposo. А чё мы ушли-то оттуда? А кто первый ушёл? Ну, я ушёл. Ну, а что, ну, вы же тоже? Браво! Пошутили. Сейчас бы ехали в вагоне первого класса. Вместе с Толстым. Would you like
Не хотите ли бокал шампанского? Моцарт. За Моцарт. Мы не будем иметь неприятностей? Никаких. Позвольте, позвольте. Господин капитан! Господин капитан! Анна Каренина. За Анну Каренину. А вы знаете, что остается после того, как вы съели бублик? Дырка. Дырка остается от бублика. Это шутка такая. О, господа, по-моему, там серьезно. Возбудились, не война. Если натоптались. Пардон, господин капитан, что случилось? Все в порядке. Я его починю. Вообще-то я поступил в училище, чтобы моя маменька могла мной гордиться. Это моя мама. Она актриса. Красивая, правда? Извините. А там еще шампанское осталось. Come in. Войдите. Простите, мадам. Господин капитан! Что? Не желаете ли шампанского бокальчика? Вперед. Встать, когда говоришь со своим командиром. Мадам, пожалуйста, прошу прощения. Заберите его. Очень приятно познакомиться, мадам. Мне тоже юнкер Толстой из военного училища. Императорского военного училища, мадам. Прошу прощения, мадам. Добро пожаловать в Россию. Твоя мама, несмотря на свой возраст, считала себя женщиной мудрой, с большим жизненным опытом. И тем не менее, к встрече с Россией она готова не была. Она знала, что там есть царь, икра, водка, медведи. И где-то в Москве некий великий князь, очень ее интересовавший в связи с тем делом, ради которого она приехала в Россию. Успокойтесь, МакКрэкен. У нас кончились деньги, работа над моей машиной остановилась. Но они меня уволили, потому что вы пили. Вы обещали добыть мне денег в своем техническом комитете. Не надо так нервничать. Джейн моя последняя надежда. Моя машина. Джейн мне поможет. Джейн достанет для меня денег. Отец? Джейн. Мой багаж в третьем купе. Третий купе. Ох, отец, как вы постарели. Я? А вы как Копновский. Господин Копновский.
Мой багаж из 6 мест. Капновский. И как поживает твой муж Гарри? Ларри. Ах, да-да, он умер. Вы разве не помните? Отец, я вам писал. Его сожрали крокодилы, когда мы прыгнули в Нил, спасаясь бегством из осажденного Хартума. Оказалось, что я быстрее плаваю. Но это ужасное было зрелище. От него остался только галстук бабочка. Да-да, а после этого ты жила в Персии? Нет, в Индии. Наши едут. Постряй. Хорошо. Это русские салазки. По-русски Сони. Сони? Сани. Ах, Сани. А это что? А, это юнкера. И генерал Радлов. Из-за этого лысого кретина я лишился работы. У него в голове вместо мозгов холодные макароны. Садитесь. Что тут делает господин генерал? У тебя пьяного пришел посмотреть. Ай-яй-яй. Анна Каренина споила Толстого. Пьянцы. Я счастлив. Дали! Радлов, сон. Радлов – это тот, кто нам нужен. Он вхож к самому великому князю, и к тому же он заместитель председателя в императорском инженерно-техническом комитете. Господин Капновский, а с чего вы взяли, что генерал лыс? По мне, так у него полно волос. Он не только чужое место занимает, он еще и чужие волосы на голове носит. Нам он нужен, чтобы добыть чужие деньги. Деньги на мою машину. Это Кремль. Послушайте, похоже на турецкую мечеть, только поярче, почище. Очень красиво. Ой, а это что? Оберегись! Дорогу! Оберегись! 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 Не делайте этого. Я не буду больше. Зачем вы?
Пожалуйста. Спасибо. Граф Малиевский! Господа, что? Всех поймали! Всех поймали! Пошли, всех поймали! Отдай с крыши! Отдай с крыши! Андрей! Всех! Всех! Мы там! Что с вами? Устроение! Живее, живее, ребята! Не рассусоливайтесь! Вы что, весь день собираетесь там плескаться? Фланаген! Не забудь за ушком потереть, помните? Не подмылишь, не поедешь. Поднимай давай. Все, я больше не могу. А ты, наверное, там совсем загибаешься. Ты как вообще, в порядке? Да, по правде говоря, хреново мне. Эй, срать я хотел на этого Моцарта. Эй, там, тебя плохо слышно? Ну что, тебе трудно сказать, что ли? Я не могу. Моцарт – великий композитор. Жуткий холод и рвущиеся бомбы на улицах. Стоило ли ради этого уезжать из Чикаго? После встречи с молодыми образованными юнкерами, свободно говорящими по-английски, Джейн ожидала от Москвы более спокойного приема. Москва же таила в себе множество сюрпризов. Однако самый главный из них ожидал ее в мастерской Маккрекена. Его машина. Вот она, смотри, моя мечта. Моя любовь, моя жизнь, мой идол. Смотри, смотри. Она еще никогда не двигалась, но она уже полна жизни. Взгляни на ее руки, посмотри на ее тело. Смотри, у нее есть имя. Сибирский цирюльник. Она еще спит, но когда она проснется, ее услышат даже в Сибири. Я знаю, она еще не работает. Аккуратно. Ты знаешь, на что способна моя крошка? Однажды, за день, она сможет спилить больше, чем 500 человек за месяц. Она сможет выпилить все отсюда и до Тихого океана. The barber. Цирюльник. Сибирский цирюльник. Понимаешь? Пойди. Пойди сюда. Послушай. Ты слышишь? Ты слышишь музыку? Ты слышишь, как она поет для меня? Ну, это ж вы свистите. Ну, конечно. Ну, конечно же, это я свищу. Ну, не ты же в самом деле. Но иногда, по ночам, когда я лежу в ванной, я могу слышать, как она поет для меня. Это поэзия, это музыка, это мелодия. Я когда-нибудь тебя разбужу, чтобы ты тоже могла послушать это. О, ты услышишь ее мелодию, ее шепот, ее музыку. А я теряю время, нужно работать. Копновский, пойдите сюда скорее, живее, у нас полно работы. О, крыша совсем прохудилась. О, снег. Вы гений. У нас нет денег даже на то, чтобы починить крышу. У нас нет денег, потому что вас уволили из инженерно-технического комитета за пьянство. Меня уволили за то, что я не немец. Да-да, она шевелится. Что она шевелится, я и так знаю, но вы обещали, что она будет летать, вы же обещали. Если я сказал полетит, значит полетит. Вот видишь, я же тебе говорил, над моей девочкой еще нужно работать.
Мне нужны деньги, чтобы доделать мою крошку. Поэтому мы и должны получить субсидии от великого князя. Все в порядке. Все в порядке. Абсолютно чокнутые. Жизнь научила Джейн никогда не пренебрегать случайностями. И она уже знала, с чего нужно начать действовать. Барышни, давайте-ка лучше повторим спряжение. Все вместе, пожалуйста. Чем дело, Ильгера? Северна! Гру! Бегу! Держите осанку, господа, держите осанку, пожалуйста. Теперь рассчитались на первый, второй и построились две шеренги. Номера первые будут дамами, номера вторые – кавалерами. Господа, сохраняйте выправку, пожалуйста, выправку. Господа, переходим к упражнению. Кавалеры приглашают дам. Смена! Ведите ваших дам уверенно и мягко. Вот так, вот так. Да, ну хорош Толстой. Он с Анной Карениной в поезде шампанское распевал. Она маэстро влепили. Да при чём? Шампанское, хватит уже! Я вас, граф, между прочим, тоже пьяным таскал. Когда? Ну, вот так вот. А, ну да. Подравняйтесь, господа, втяните животы, смотрите вдаль, выше подбородочек, повыше, повыше. Гибкость, господа, гибкость. Господин офицер, да? Да. Это правильный адрес? Да, это юнкерское училище. Я генерал Радлов. Пропустите. От Каренина. Добрый день. Где бы я могла найти генерала Радлова? Генерал Радлов? Второй этаж, мадам. Second floor. Второй этаж, третий этаж, следующий этаж, мадам, последний этаж. Оставить! Фильма! Да! Да, училище, а засад какой-то. То аистом стоишь, то раком ползаешь. Что это за мастиха такая вонючая? Сир сюрприз. Специаль пур ле баль де гранд эколь. Мастика сюрприз развеселит вас на весь оставшийся вечер. Ага. Нас она уже с утра веселит. Это точно. Ваш пришел к вам дама? Дама? А кто такая? Иноземная подданная. Оп-оп-оп. Ну, проси. Пожалуйста. Прошу, мадам. Здрасте. Bonjour, мадам. Добрый день, мадам. О, вы сломали музыкальную шкатулку? Прошу вас. Благодарю вас. Вы говорите по-французски? Нет. По-немецки? Нет. Английский? Простите, мой английский оставляет желать лучшего. Но я уверена, что ваш английский лучше моего русского.
Позвольте вам представиться. Я знаю, кто вы. Барон фон Радлов, генерал-лейтенант, начальник императорского военного училища, товарищ председателя его императорского высочества инженерно-технического комитета по изобретениям. Так точно. Очень внушительно. Благодарю. А я всего лишь навсего Джейн Каллахан. Не возражаете, я закурю? Пожалуйста. Джейн Маккрэкен Каллахан. Маккрэкен? Да. Тот самый сумасшедший изобретатель, это мой отец. Он совершенно помешан на своей машине. Ну, прошу, давайте не будем говорить сейчас об этом. Послушайте, у вас замечательная библиотека, генерал. Потише, извините. Вы все это прочли? У вас тут есть... Это специальный аппарат. Прямая связь с великим князем. С великим князем. Это он? Так вот. Я имела случайное удовольствие оказаться в поезде в одном купе с юнкером вашего училища. И он забыл на сиденье вот эту фотографию. Он однофамилец одного вашего писателя. Толстой? О, да, конечно. Я передам ему. Я подумала, что, наверное, ему эта фотография дорога. Мой муж был военным. Я вдова. Он пал на поле брани. Капитан О'Райли Фицпатрик Макнамара. Он погиб вместе с генералом Кастером. В битве за маленьким и из большого города. Должна вам сказать, что быть вдовой такого человека – это большая честь. Я не знаю, зачем я вам все это рассказываю. Вы очень чувствительный человек, генерал. Или просто у вас такое необыкновенное лицо. Кого-то вы мне напоминаете. Александр, perhaps. А, возможно, Александра. Нашего царя? Нет. Александра Великого. Александра Македонского. У него тоже на голове была роскошная копна волос. Извините. Наряд аиста второй роты заканчивает на тирку пола. Вам, дорогая, наш доверием пришла. Что происходит? Так... Ваше превосходительство, готовим помещение к балу. Вам было приказано полы натирать. Ну так... Ваше превосходительство, так мы их уже... Продолжайте натирать полы. Слушаюсь! Мне послышалось, он упомянул что-то про бал. Да, традиционный ежегодный бал нашего училища. Я счел бы за честь, если бы вы приняли приглашение быть нашей гостью. Благодарю вас, генерал. Для нас с отцом это большая честь. Юнкер Толстой, ко мне. Пардон, мадам. Ваш присылок к аппарату. Excuse me? Простите. Вы, наверное, пришли за вашим веером. Я еще не успел его починить. Нас наказали. Наказали? Из-за меня? О, нет. Да. Но паркет вы натираете лучше, чем пьете. Я беспокоилась за вас. Вы даже забыли у меня свою фотографию. Я принесла. Большое спасибо. Я ее везде искал. Извините, что вы сказали? Решите.
Серья. Повторите еще раз. Передайте графине, бал состоится непременно. Как всегда. Нашел, что я просил? Как всегда. Наряд наказан Хайстер. Продолжать натирку паркета. А, да. Продолжайте. Excuse me. Извините, это графиня по поводу бала. Вы спешите? Да. Я его нашел. Кого? Александра Македонского. Вы просили. Александр Македонский. Ну, что я вам говорил? Одно лицо. Ну, мне пора. Что? Господи, боже мой. Андрей, а почему он дома? Это значит, что-то случилось. Нет. Добрый день, Николя. Добрый день. Я знал. Ничего нет, не случилось. Ну, да, знал. Просто я буквально 15 минут в деле относился не из училища. Ну, значит, что-то случилось. Ничего не случилось. А что, в чем дело? Ну, и так с глазу на глаз. Я не понимаю, какие могут быть секреты. А где он, кстати? А, да, вот это Николя. Говори, пожалуйста, побыстрее, потому что я опаздываю на поезд. Я в Варшаве играю леди Макбет, но тебя, по всей вероятности, это не интересует. Это очень интересует. Очень важно. Мамик, меня это очень интересует. Дело в том, что мне надо было денег немного. Всего 3 рубля. Сейчас Тальму. Как вы держите Тальму? Я же не могу торопить Тальму. Господи, вот он. Вот он, это она. Да. Значит, ты говоришь, всего 3 рубля. Всего 3 рубля, да? Да. Вот, Николя, я вам только что говорила. Чаю принести? Кому мы уже пили? Нет, спасибо. Что молодое поколение совершенно... Ой, ухти. Да молодое поколение совершенно... А где мой этот сам мундштук? Вот мундштук. Да. Да. Молодое поколение совершенно... Лишь... Вот ты носишь спички, значит, ты куришь. Маменька, я не курю. Куришь, ну, нет, я не курю. Молодец. А скажи мне, Андрей, скажи, мой друг, ты никогда не задумывался, как непроста моя жизнь. Маменька, мне надо это все 3 рубля. Вот из-за этого человека я пожертвовала своей карьерой. Я отвергла такое... Ну, счастливого пути, маменька. Да, да. Такое чекое. А где вот это, вот, которое я пью, когда мне... Господи, я отвергла. Вот все-таки, Андрей, я бы хотела... А никого нет. Кому я это говорю? Я не понимаю. Никого нет. Ни здравствуйте, ни до свидания, ни слова. Все-таки я думаю, что эффект не был бы вот так. 3 рубля. Нет, ты сейчас сиди. Это Николь, а? Надя. Да ты что? 3 рубля. Ты а что, потом Надя? Вернете. Да, ну, господи. Берите, а потом вернете. Берите, берите. Спасибо, я верну, я прям верну. Ты понимаешь, ну я же весь чужую поломал, мне надо мне ее починить. Ну, спасибо. Я правда верну. О, боже мой. Пол очень скользкий. Кто же интересный организатор этого бала? Что, кроме моих девочек, больше некому развлекать гостей, что ли? Лизонька, у вас ленточка развязалась. Ой, спасибо, Машенька. Ой! Господи, мне еще не хватало погибнуть под колесами рояля. Забудь, забудь, забудь. Сюрпризе. Неожиданность. Нет бы по-русски написать. Je vous en prie, мадам. Простите. Пожалуйста, мадам. Это все нам назло. General Radloff! Генерал Радлов.
Генерал Рарн, что же вы тут устроили каток такой, а? Сделайте же что-нибудь немедленно. Графиня, поймите, мой капитан Армус неважно читает по-французски, не разобрал и купил французскую мастику, предназначенную для школьных розыгрышей. Называется «Сюрприз». Сделайте что-нибудь немедленно. Но почему оркестр не играет? Ваше превосходительство, гости отказываются танцевать. Скользко, очень опасно. Ну, сделайте же что-нибудь! Немыслимо просто. Извините, извините. О, миссис Келлиган. О, миссис Келлиган. Вы играете, играете же что-нибудь. Маэстро, у нас кто-то украл нашу канифоль. Ну, пошлите же за ней. Уже послали. Китти, золото мое, Китти убежала. Excuse us. Извините нас, госпожа Келлиган. Мой капитан Армус болван, понимаете? Мы так благодарны вам за приглашение. Я обожаю вашу страну. Прекрасно. Господа, мы долго еще? Китти, иди сюда, моя собачка хорошая. Китти. Господа, бархоточка. Патрули? Толстой, погуще, погуще, машьте, я тяжелый. Меня отец всегда канифоль с собой на охоту брал. Готов. Чтоб сапог из стрельни не впискальцы получить. Видите, послужи отечеству, Китти. Ребенку, заканчивайте. Маме не слово. Китти, где моя дичь? Ой, дуплан пахнет. Ну что, готовы? Толстой вперед, Анна Каренина замерзла без танцев. Ой, Патрули, да хватит нюхать там наверху. Все живые. Толстой, вы что? А вы что, шансы? Ничего. И что? Мы стоим вчера. Жизнь! Сирна! Далее! Фу! Шагово. Джейк! Джейк! Они чем-то натерли подошвы сапог. Наверное, канифолью. Канифолью. Ну, Китти, золото мое, соскучилось по мамочке. Графиня ваша Китти, спасибо, мой дорогой. Какие прекрасные юноши. Вы выручили своего генерала. Простите. Ну все, теперь, наконец, танцы. Дамы и господа, приготовьтесь к вальсу. Кавалеры приглашают дам. Маэстро, вальс, пожалуйста. Можете подняться. Господин Гра! Господин Гра, и мне, и мне. Готово? Thank you.
башни и раз. Раз, два. Повернулись. И раз. Раз, два. Прошу вас, быстренько, парни. Потом, потом, вечером. Приступаем, господа, к проверке своих давнишних сомнений по поводу прогрессивности корсетов. И обнаруживаю, что оного на ней нет. Как? Более того, и лифа заметить не могу. Зато потом, под лопаткой левой, нахожу маленькую-маленькую родинку. Толстой! Толстой! А вы нам ничего не хотите сказать по поводу родинки? Граф. Вам ее в поезде не показывали? Ай, мастаски тут стоп. Я прошу вас замолчать. Время asking me to, Толстой. А что вы меня все время о чем-то просите, Толстой? Вы ведете себя так, как будто у вас есть какие-то права на эту американку. Мы спели при ней разок по пьянке. Мы за вас аистом отстояли. А теперь уже и поговорить о ней нельзя. Ну ладно, да, дальше. Да. Так вот, кончиками пальцев я едва касаюсь этой маленькой родинки, и вдруг ощущаю, как моя дама начинает... Изгибается. Начинает изгибаться, и по всему телу ее пробегает сладкая дрожь. Господа, я не могу рассказывать, ведь это лицо. Продолжение рассказа позже, после того, как уснет Толстой. Андрей! Ваш благородие, юнкер Толстой, уволенный со двора, явился без замечаний и происшествий. Идите. Слушаюсь. Давай. Юнкер Полиевский, уволенный со двора, явился без замечаний и происшествий. Вольно. Проводили? Так точно. Идите. Слушаюсь. Андрей, ты что, действительно обиделся? Граф. Я не имею вашего титула и опыта. И говорить в том тоне о женщине, в котором вы только что позволили говорить себя мисс Каллиган, непозволительно. Андрей, что ты в самом деле? Что я такого сказал? Вы бы тоже могли что-нибудь об этой дюймовочке рассказать, которая так отплясала? Вы... Честь имею, граф. Толстой, вы что, серьезно? Совершенно. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Доброе утро. Садитесь, мамочки мои. Будьте здоровы, ваше высокоблагородие. Юнкер Толстой. Я тут ни при чем, ваше высокоблагородие. Sit down. Господа, играйте. Садитесь. Юнкер Толстой. Может, вам не составит труда подойти к карте и указать нам место, где завершил свою бурную жизнь Наполеон Бонапарт? Остров Святой Елены расположен здесь. Нет, мамочка моя, это не остров Святой Елены. Я готовил сегодняшний урок, но этого вопроса в нем не было. А вы полагаете, враг будет ожидать, пока вы подготовите все уроки? Что ж, ну кто же из вас, мамочки мои, может показать нам место, где умер Наполеон Бонапарт? I can, Your Honor. Я могу, ваше высокоблагородие. Пожалуйста, прошу вас. This
Вот эта маленькая родинка на нежной спине океана есть остров Святой Елены. А то, что нам показал Юнкер Толстой, это просто мухи натоптали. Но ведь нам же не задавали этого. Тихо! Кадет Полеевский. Юнкер Полеевский. У вас, несомненно, есть надежда сдать блестящий экзамен. Вы можете садиться. Но будьте осторожны. Благодарю вас, ваше высокоблагородие. Юнкер Толстой. Вы, несомненно, провалитесь на экзамене. А кроме того, Юнкер Толстой, доложите вашему ротному командиру, что я награждаю вас 2 часами аиста. Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Спасибо. Будьте здоровы, ваше высокоблагородие. 3 часа аиста. Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Спасибо. Тихо! Граф, вы низкий человек. Я к вашим услугам. О, вот как. Что же, на дворе есть 2 старые пушки. На них и будем драться. Толстой, через час репетиции. Хорошо, хорошо. Может быть, училище наконец взорвем. Я не шучу. Толстой, вы вообще понимаете, чем это нам грозит, ежели узнают о дуэли? На рассвете в гимнастической зале. Выбирайте оружие. Предоставляю это право вам. Эскадроны. Толстой, не рискуйте, я же лучше фехтую. Вот там и проверим. 4 часа по полуночи, гимнастическая зала, эскадроны. Честь имею. Честь имею. Только не проспите. Ладно тебе, Толстой. Опусти ногу-то. Отдохни. Я никому не скажу. Ну, не хотите. Как хотите. Смена! My dearest boy. Мой милый мальчик. Каждую ночь я молю Бога о том, чтобы Он дал тебе мудрости и уберег от юношеских ошибок, подобных той, которую совершили 20 лет назад русские юнкера. Твоя мать пыталась разгадать тайну этой необъятной и неподдающейся здравому смыслу страны. В России могут обмануть, украсть, ограбить, но порой данное кем-то слово может цениться дороже любой официальной бумаги с сургучными печатями, а неосторожно сказанное привести к кровопролитию.
капитан. Оттачивают уши, ваше превосходительство. Днем времени не хватает. Павел Тимофеевич. Николай Карлович. Болван! Продолжайте. Ты бы еще государя разбудил, болван! Ну, муки. Оттачивают уши. Я 10 лет в Туркестане солдатом, благодарите Бога, и за помощь никакой дуэли не было. А была глупость. Глупость Марии Репетовской Фигеров. Шутка, черт, Алина, да не дуэль. Запомнили? Да, да. Так, марш спать. А, эф-патрук. Давай сюда, мушкетеры хрена. Что будет? Что будет? В жизни бывают моменты, когда даже для военных законы сердца оказываются выше законов вписанных. К счастью, рана Андрея оказалась неопасной. Капитан Мокин, рискуя своей карьерой и вопреки закону, пошел на должностное преступление и не доложил начальству о случившемся. О дуэли никто не узнал. Даже Джейн. Ничего не ведая о происшествии, невольной причиной которого она стала, Джейн продолжала двигаться к своей цели, не подозревая о том, какие трудности ожидают ее впереди. Мисс Каллаган, этот Капновский, а что он делает в вашем доме? Он помогает моему отцу в работе над машиной. Капновский? Да он же пьет, как лошадь. У нас говорят, пьет, как рыба. А, спасибо, как рыба. Но мне казалось, что все в этой стране пьют. А вы не пьете? Нет. No. Никогда? Я ненавижу пьянство. А куда мы едем? Я хочу представить вас с моей матерью. Ей в этом году исполняется 90. 90? Да, 90. А что это? Это Масли. Масли? Это Пенке. Блинная ярмарка. А, блинная ярмарка. Завтра последний день праздника. Поворачивай на ярмарку. А воскресенье будет прощенным. Прощенным в каком смысле? Ну, прощение просить за все. Это старая русская традиция. О, старая русская традиция, да. Так точно. А послезавтра начинается пост. Великий пост. Великий пост. Yes. Да. Ой, как красиво! Смотрите, смотрите! Петрушка! Это Петрушка, русский клоун. Ой, смотрите, цыгане! О, у нас их много, очень много цыган. Смотрите, смотрите, медведь! А что он делает? А это национальная забава, распитие водки. Я же вам говорил, у нас в России звери пьют как люди, а люди как звери. А кто это? Куда они все едут? На реку, на кулачный бой. Эдакая дикая забава, стенка на стенку. Это старая русская традиция. Старая русская традиция. Russian bread. Это русский хлеб. Сушка. A little... no, no. Нет, нет. Маленький бублик – это сушка. Ой, мам. Ох, икра. Блины. Блины. Yes. Блины.
Пожалуйста. Нет. Нет, я не верю, что настоящий генерал не может выпить. Нет, если я выпью, это... Не, давайте выпьем за мое здоровье. Ну же. Ну, будьте мужчиной. Смирнов, полный. Yes. Училище, не окончив слушание его полного курса. Да вы что, господин Юнкер? Пиши. Я такого писать не буду. Честь имею. Пожалуйста. Мы сами напишем. Толстые своих решений меняют. Господа Юнкера, господин... Извините, барышня. Господин... Чего? Нашли Полиевский, нет? Какой Полиевский? Иди сюда! Вон, смотри! Запой. Запой! Запой! Запой, запой! Драки какие-то! Запой! Заходим! Господа Юнкера, минуточку, подожди! Ах, Юнкера! Я медведь! Хочу бороться! Не, хватит. Да, все в порядке, достаточно. Ну, спасибо. Ну, теперь вам нужно выпить это, да? Да, жажду. Ну, хорошо. Страшно. Но только стакан не ешьте. Spit it out. Children are watching you. Выплюньте. На вас же дети смотрят.
пьяна. Кузьма, там генерал очень пьяный. Водка! Выпил сам! Ой, выпил! А фуражка? Фуражка как у него надет? Так, вот так, фуражка. Да. Потемкин, теперь еще ты мой! Нет, ваше величество! Война еще не кончилась! Ах, это барбарский народ! Ах, это племя непростовое! Адитон! Пленного Потемкина ранить! Наполеон! Наполеон брать! Так. Наполеон! Сустрой, бежал! По льду! Держись, Потемкин! Держись! Так. Я его государь доставлю! Живьем! Стой, ваше государство! Ура! Куда деть его, ваше государство? Держись, Потемкин! Я не могу! Молчить, денег дам! Денег дам! Сельсио! Простите меня, Христа ради. За что? Так ведь прощенное воскресенье нынче. Бог простит, простите меня, Гриша. Бог простит. Ты кто? Как кто? Наполеон. Вы разве не знаете? Где я? В России, ваше превосходительство. Добрым утром и с праздником. С праздничком. Господи, проси мою душу, Масленичная неделя завершается прощенным воскресеньем. В этот день освобождая душу от угрызения совести и обид,
Прощение просят все и у всех, без оглядки. У родных, у друзей, у незнакомых, у чужеземцев. Вообще в этой удивительной стране все в крайностях. Полуголые мужики на льду реки лупят друг друга до полусмерти, а потом просят друг у друга прощения. На войну с песнями, под венец в слезах. И все всерьез. Все до конца. Что ж ты наделала? Как ты могла так со мной поступить? Ну, кто знает, когда мы теперь снова увидим генерала? А у меня каждый день на счету, каждый день на счету. Ну, что ж теперь будет, а? Ты хоть знаешь, что означает слово «запой»? Это значит «надолго запить». О, Полевский. Добрый вечер. Господи, что с вами? Это старая русская традиция. Простите меня, Христа ради. За что? Сегодня праздник. Вы должны отвечать «Бог простит». По-русски «Бог простит». Бог простит. Да, Бог простит. Бог простит. I have to talk to you. Мне поговорить с вами надо. Хорошо? Silly boy. Глупые мальчишки. Драться на дуэли из-за ерунды. Вы же могли убить друг друга. Могли. So why'd you get yourself into this? Зачем вы полезли в этот кулачный бой? Это... I don't know. Я не знаю. Может быть, от стыда? Хотите знать правду? Зависть хотела из себя выбить. Какую зависть? Самую простую, обыкновенную русскую зависть. А разве русская зависть какая-то особенная? О, сударыня, русская зависть, она национальный двигатель, страной движет, как паровая машина у британцев. Я видел, как он смотрит на вас, как он волнуется, ревнует, как он пытается это скрыть. И как вы на него смотрите. Капитан Мокин сегодня дежурный, поэтому я думаю, у вас есть минут 10. Прошу вас, помогите. Не дайте ему бросить училище. Простите, простите, я должен уже идти. Не дайте ему бросить училище. Ангела за трапезой, господин Кира. Спасибо. Вот пришла навестить больного товарища. Можно этим воспользоваться? Конечно. Is that your medicine? Yes. Это ваше лекарство? Да. Does that say Толстой? Здесь написано Толстой. 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 You're the only one. Один здесь бедный остались, все остальные поправились, да? What happened to you? Что с вами случилось? Nothing. Ничего. Nothing serious. Ничего серьезного. На уроке фехтования, ну... But how did you know? Как вы узнали? Блинис. Блинис. What are they treating you with? Ну и чем вас лечат? Да я не знаю, дают какие-то пилюли. Меняют повязки. Можно этим воспользоваться? Это мое прошение. Простите, какое прошение? Прошение об отставке. А кому оно адресовано? Генерал Радлов. Я боюсь, вы его еще долго не увидите. Почему? У него... Запой. Запой. Что? Запой, я правильно сказал? Он запил. You know what да ладно, вы знаете, что такое запой. Да я-то знаю, вы откуда знаете? I saw it myself. Я своими глазами видел. Андрей, иногда нам кажется, что мы мстим жизни.
А потом оказывается, что мы мстим сами себе. Мне пора. Обещайте мне, что вы больше не будете фехтовать без защитного жилета. И обещайте мне, что вы не бросите училище. Три. Старая русская традиция. Да. Это я потом все сама заберу. Скажите, у вас есть родинка на спине? Что вы сказали? Ничего. Простите меня. Бог простит. Ладно, ужинайте. Приятного аппетита. Bye. До свидания. У вас потрясающие друзья. Bye. До свидания. Я видел? Да когда так не курались, албан? Квартального к стулу привязал. Помню. Медведем травил. Не помню. Нет. А мячик у слона в цирке отобрал. Мамка меня в детстве уронила. Вот что это. Воха. Все. Прорубь! Пошел! Слава тебе, Господи, я в стиле. О, залетная! Прорубь! Все горит. Все горит. Красивый. Дурата! 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 Отдай! Отдай, Кузьма! Прости меня, прости! Ой, прости, прости! Ой, вот! Кузьма, прости меня! Илья! Варю! Варю, давай! Поехали! Давай, Варю! Залетная! Пошел, залетная! На смену бесконечной московской зиме наконец-то пришла весна. И наступил долгожданный для юнкеров второй роты день посвящения в офицеры государем. Thank you.
тут! Держит, господа! Слушай! Для встречи государя-императора равнение налево! Накра! Здравствуй, братец. Ну, давай посмотрим твоих. Какие пузо ты себе отъел, генерал, а? Ваши братцы. Да-да-да. Твои будут смотреть на той неделе. Мы готовы, Ваше Величество. Сколько раз вам можно повторять? What? Что? Миша еще слишком мал для всего этого. Ему нельзя, когда так кричат. Марш! Зачем вы вечно меня не слушаете? Затем, что если бы я вас слушал, государыня, у нас вообще бы не было детей. Офицеры, запомните, стать под пулю не задача. Храбрость – это терпение. Терпение в опасности – это победа. Русский солдат храбр, стоек и терпелив, потому непобедим. Любите русского солдата. Берегите его. Счастья вам, юнкера. Ура! 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 Thank you.
профессоры! Юнкер! Ваше превосходительство! Отставить! Вы куда идешь? Нет, тут есть... Садись! Ваше превосходительство, я не... Садись! Пошел! Пошел! Беда! Свататься еду. Просить руки и сердце. Я не правда ли странно? Глупость. Скажите, я вас поздравляю. Юнкер, годы, вам это не понять. Юнкер, по-мужски, помогите. Вы же знаете мой английский. Помогите. Останови. Я тут выписал кое-что из поэтов. Ну что с вами, Юнкер? Когда еще придется генерала сватать? Вперед! Вперед! О, Джейн, генерал, простите. Как я счастлив видеть вас. Ой, как красиво. Благодарю вас. Полина, какие цветы чудные. Вазу принесите, пожалуйста. Прошу вас, проходите, пожалуйста. Как вы-то здесь? Я не знал. Я шел вернуть вам веер. Позвольте представить вам одного из моих юнкеров. Андрей Толстой. Нет никакого отношения к писателю. Очень способный молодой человек. А, да, генерал, мы знакомы уже с юнкером. Вы мне сами его представили. Да, правда? Хоть как чудно. Как чудно. Генерал, проходите, прошу вас. Пожалуйста, сюда. Я хочу, чтобы вы себя чувствовали как дома. Полина, чай. Несите чай скорее. Присаживайтесь. The weather is fine today. Я... Какая хорошая погода сегодня. Я люблю весну в Москве. Have you looked into the matter of my machine? Вам удалось ознакомиться с прошением по поводу моей машины? Да. И вы думаете, резолюция могла бы быть положительной? Yes. Да. Thank you. Благодарю. И вы замолвите за нее словечко перед великим князем? Да. Please, sit down. Ну, прошу вас, садитесь. Садитесь, пожалуйста. Приглашение на оперу в нашем училище. Жень-де Фигаро. А великий князь будет присутствовать? Да. Андрей, вы будете петь? Yes. Да. Сюда. Будьте любезны, садитесь. Благодарю вас, генерал. My father. Мой отец. He died. Он умер. My mother. Моя мама. She didn't. Она еще жива. Ей 90 лет. Yes. Да. Сынок, прочти как следует. Вся моя дальнейшая жизнь зависит от решения, ради которого я сегодня пришел в этот дом. Кто-то из поэтов сказал, «Любовью, как корью, болеют только раз в жизни, и чем позднее наступает заболевание, тем мучительнее оно протекает». Другой поэт сказал, «Любви все возрасты покорны». Или еще говорят, «В любви, как на войне, все средства хороши. Я был в сражениях, а теперь я впервые в жизни влюблен. Я влюбился в вас с первого взгляда. Я полюбил вас, когда впервые вас увидел там, в купе поезда. В каком таком купе поезда? Я никогда не буду любить никого больше, чем вас, потому что я никогда не смогу полюбить никого, кроме вас. Через несколько месяцев я стану офицером. Это правда. Поначалу жалование у меня будет небольшое, и семья наша бедна. Я понимаю, в таком положении мне рано думать о женитьбе. Но если бы я смел надеяться, если бы была у меня хотя бы крошечная надежда на вашу руку и сердце в
будущем. I would be... О, как я был бы счастлив. Forgive me. Простите меня. And may I be excused. И позвольте удалиться. Go. Идите. Вы как дети, господа. Ну, это смешно. Я познакомилась с этим молодым человеком в поезде. Он нечаянно сел на мой веер, взял себе починить. Сегодня, верно, собрался его мне вернуть. И так смешно, так все странно. Так странно он себя повел. Чушь. Извините. With your permission, с вашего разрешения, я загляну к вам как-нибудь в другой раз. Oh, 5 o'clock. 5 часов. Please call anytime. Пожалуйста, заезжайте в любое время. Замечательно, Джейн. Замечательно. Это просто потрясающе. Ты так прекрасно справляешься со своей работой. Я должен был это предвидеть. Вся моя жизнь, весь труд моей жизни, все рухнуло из-за какого-то глупого мальчишки. Все, довольно. Надоела мне эта машина. Она уже у меня в горле сидит. Вам эта машина нужна? Вы ее получите. Вы получите все согласно нашему контракту. И не кричите на меня, не смейте. Кто вы такой, чтобы на меня кричать? Мой муж? Мой брат? Мой отец? Да вы хоть понимаете, на что этот мальчик сегодня решился? Что он с собой сделал? На знаменку! Гоняй, Грэм, компактный! Что с прической завтра будем делать? В каком купе поезда? Нету. Ваш все нету. Вот он! Вот он. Фигаро, ваше превосходительство. Строй! Слушай! Знаете ли вы, кто стоит перед вами? Унтер
офицер Толстой? Нет, это лжец, настоящий обманщик. Последний вор не сделал бы того, что сделал он. Выманить у дамы иноземной подданной дорогую вещь под предлогом ремонта? Последний Фендрик постыдился бы, а унтер-офицер Толстой не постыдился. Сделал это. Мальчишка, жизни! Уже потом капитан Мокин рассказал Джейн, что никто и никогда не видел генерала Радлова в такой ярости. От ареста или еще больших неприятностей Толстого спасло только то, что он единственный, кто пел партию Фигаро, и на спектакль, назначенный на следующий день, был приглашен великий князь. Отменить представление значило вынести скандал за стены училища. И потому Толстого с другими юнкерами даже отпустили домой, как это было заведено в училище накануне спектаклей. Невероятно, этот какац. Да, крепкий орешек этот паренек. Ничего не понимаю. Чтобы сержант О'Лири по кличке Бешеный Пес не спал из-за каких-то там песен. Мне на самом деле насрать на этого Моцарта. Дуняша! Бегу! Да кто? Дуняша! Андрей Алексеевич, я там... Дуняша, я деньги твои 3 рубля пропутил. Копил, копил, и брат. Путил. Так, не ругайся, ладно, Дуняша, я прошу, не ругайся. Потому что все, все кончено. Андрей Алексеевич. Что тебе, Дуняша? А вас там ждут. Кто? Маменька приехали. Нет. А кто? Aren't you glad to... Вы не рады видеть меня? Why are you looking at me? Чего вы смотрите на меня так? Это мой настоящий цвет волос. Do you have anything? У вас найдется что-нибудь поесть? Anything? Что-нибудь? Странно, правда? Почему-то очень хочется есть. I don't know. Я не знаю. Я сейчас спрошу. Дуняша! А? У нас поесть что-нибудь найдется? Да, телятины могу подать, холодный, грибов. Сколько там здесь? Давно. Ну, иди, попить что-нибудь, ладно? Сейчас она что-нибудь подаст. Ну уж не в защите, что было. Вы живете здесь с родителями? Только с матерью и Дуняшей. Отец умер. Ой, извините. Ничего. Мой дядя Николя иногда у нас останавливается. Да-да! Вот чем богаты. Мы гостей не ждали. Спасибо, Дуняша. Мне нужно сказать вам кое-что очень важное. Сядьте. Я не дочь Макракена. Что? Я не дочь Макракена. Я не та, за кого себя выдаю. Меня действительно зовут Джейн, и это мои настоящие волосы. Это единственная правда из всего того, что вы знаете обо мне. Я приехал сюда, чтобы помочь Макрейкину с его проектом. Вот почему мне нужно было, чтобы генерал Радлов слегка увлекся мною. Но похоже, что в России слегка ничего не бывает. Капитан Мокин рассказал мне о том, что произошло в училище. Он у вас замечательный, правда? Простите меня, Андрей, прошу вас.
Я клянусь вам, это случилось не по моей вине. Прошу вас, поверьте мне. Генерал, он понял меня так, как ему было выгодно и удобно. Вы мне верите? Да. Теперь мне нужно сказать вам самое трудное и самое важное. Почему вы так удивились, увидев меня здесь сегодня? Я пришла дать вам ответ. Какой ответ? Мне показалось, что вы сделали мне предложение и просили меня дать вам ответ. Разве это не так? Простите меня. Пожалуйста, я не знал. Так вы сделали мне предложение? Простите меня, я не осознавал всю степень своего заблуждения. Вы сожалеете о том, что сделали, и раскаиваетесь в вашем поступке? Я сожалею о том, как это произошло, мадам. Но то, что вы сказали, было правдой? Да. Я надеюсь. Я бы хотела немного вина. Вы сделали мне предложение. Андрей, мужчины не женятся на таких женщинах, как я. Поверьте мне, я этого не заслуживаю. Какая красивая музыкальная шкатулка. Почему вы так на меня смотрите? Я из тех женщин, которых ваша матушка наверняка учила вас остерегаться. Это ваша кровать. Иди сюда. Where are you? Что с тобой? What's wrong? Что случилось? Huh? Don't you want to? Ты не хочешь? How? Ну как? You don't love me. Вы не любите меня? Простите меня, пожалуйста. Отвернитесь. I should go. Turn around. И лучше уйти. Простите, это ужасно. Я гадкая, отвратительная просто. Простите меня. Андрей, пожалуйста, простите меня. И забудьте все, что я вам сказал. Андрей! Андрей! Андрей!
Андрей, Андрей, скажи, скажи что-нибудь. Ну, скажи скорее что-нибудь, Андрей. Андрей, пожалуйста, пожалуйста, Андрей, послушай меня. Послушай, пойми меня. Я прошу, пойми меня. Послушай меня, послушай меня. Пожалуйста, послушай меня. Я просто... Я не могла поверить, я не поняла. Если бы ты знал, никогда никому не было дела до того, что творится в моем сердце. Мальчик мой, любимый мой. I do. Первый раз? Нет. Ты что, каждый раз падаешь в обморок? Ты нет, это в первый раз. Правда? Да. Вот ты. У тебя, конечно, было много женщин. Нет, немного. Ты их любил? Нет. А кого ты любишь? Я люблю мою маму, родину, друзей, Дуняшу. Люблю царя. Царя? Как можно любить того, кого не знаешь? Так я ему присягал ведь. Андрей, а меня ты любишь? Да. По-английски скажи. Yes. Да. Yes, what? Да, что? That's one word. Это одно слово? It's three. Нужно три. Хорошо. Старая русская традиция. I love you. Я тебя люблю. Мой замечательный, мой чудесный мальчик мой. О, Господи. Андрей, я ждала тебя всю жизнь. Я думала, что нет уже во всем свете таких, как ты. То чувство, которое мой отчим пробуждал в женщинах, нельзя было назвать любовью. Это была какая-то животная страсть, своего рода рабство. Когда мне было лет 14, наверное, моя мать тяжело заболела, и я оказалась в больнице. Я ужасно боялся оставаться в доме наедине с отчимом, и каждую ночь я запирала дверь моей спальни на ключ. А однажды он подарил мне очень красивое шелковое платье и пригласил меня в дорогой ресторан. Он все время подливал мне в бокал какого-то сладкого вина. Хотя кто знает, может, я и сама его об этом просила. Когда мы вернулись домой, я чувствовал себя ужасно сонной. А проснулась я от боли. Когда он... Ну, было уже поздно. Джейн, нет. Я должна рассказать тебе все до конца. Я так много лгала в жизни, что я сама уже не помню, где правда, а где ложь. Но когда я с тобой, я знаю, где правда, и я не боюсь ее. Что меня больше всего поразило, это когда я проснулась на следующее утро,
I was lying. Я лежала рядом с ним. With my arm around. Я обнимала его одной рукой. He rented a room. Он снял для меня номер в гостинице. И, а моей маме сказал, что отправил меня в летний лагерь. И он приходил ко мне. Почти каждый день. Приносил мне игрушки и сладости. With your mother. А что же случилось с твоей матерью? I saw her years later. Я случайно встретила ее несколько лет спустя. After I'd escaped. После того, как мне удалось сбежать от него. The ugly life. От той мерзости, которой он заставлял меня заниматься. So he wouldn't have to work. Чтобы самому не работать. He swore. Он поклялся убить меня. Отобрал мою одежду. И я сбежала от него чуть ли не в одной ночной рубашке. Моя мама. Я села на пароход в Константинополе. Я ехала третьим классом, однажды разглядывала пассажиров на верхней палубе и думала, как, наверное, приятно путешествовать в первом классе. Тут я увидела мою маму. Она все еще была так же красива. В окружении элегантно одетых мужчин и женщин. Они смеялись, пили шампанское. Потом она выбросила пустой бокал в море. Прочее. Ты не подошла к ней? Зачем? Никому из нас это было уже не нужно. Так значит, ты никогда не была замужем? Нет. Пойди сюда. Пойди. Ваше благородие... Стави! Какой подъем без четверти пять? Кто кричал? Ваше благородие, видите Стави, ли... Стави, все спать, быстро! Будем все шарши! Я! Сейчас, Стави! Слушаю! А потому что не надо спать, когда друзья женятся. Извините, конечно. Опа! Poco contante. Ed in vece del fandango, una marcia per il tango. Подойдите, что вы делаете? Вы мне на ковер наступили. Вы
вы себе яйца спалите. Сюзан. Князь, довольны? Давай, муженек. Графиня, у вас спина как родина лохи, дайте посмотреть. Ого. Иди за мной. Неплохо. Я пойду с вами. Нет, 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 нет. Останьтесь здесь, вы можете все испортить, поверьте мне. Правда понравилось, да? Спросите мне, как нужно. О, генерал! Позвольте вам представить мисс Келлхэн. Ваше высочество, я бы хотела выразить вам мое огромное восхищение. Ну что же, ваше императорское высочество, делаете? Комарик. Какие же комарики в апреле. Царевич. Беспардонно! Совсем беспардонно! Упусти! Надо сказать брату. Строго? Не понимаю. Кого не пускать. Но, генерал, вы обещали помочь нам, а теперь это уже дело чести. Чести? Вы мне говорите о чести? Госпожа Келлоген, я улыбаюсь, но я полагаю, я знаю всю правду. Какую правду, ваше превосходительство? Я поражена вашей нелепой выходкой в этой глупейшей истории с веером. Моей нелепой выходкой? Это вы мне говорите? Да. Да ему сколько лет? 20? Он влюбленный мальчик, а вы? Как вы можете сравнивать себя, почтенного генерала, с мальчишкой, сделавшим дикую глупость, причем без всяких на то оснований? Сегодня вы не ночевали дома. Ну, генерал, да вы, верно, меня оскорбить желаете? Вы меня еще к ребенку переревновали, к вашему царевичу Михай... Постой, а? Почему не переодеваетесь? О, я переодеваюсь. Юнкер, налейте мне сок. Так что сказал? Что? А? Яйца спалите, Сюзанна! Господа, идем не курить! Антрей! Открой дверь, пожалуйста. Послушай. Listen to me. Выслушай меня. Хорошо? О, Господи. Try. Попытайся понять меня. This is what my life is. Это моя жизнь. Она такая. It's nobody's fault. В этом никто не виноват. Андрей. Стой! Андрей! Стой! Стой! Андрей! Андрей! Listen to me. You must believe me. Выслушай меня. Ты должен мне поверить. Ты должен. То, что я сейчас сделаю, то, чем я занимаюсь, это совсем другое. Это бизнес. It's business.
Это все без любви, это грязное, отвратительное, голое притворство, понимаешь? Стой, что? Роту обосрать хочешь? Да? Нет. I love you. Я люблю тебя. And only you. И только тебя. Андрей, я тебе все объясню потом. Right, хорошо? После спектакля. I love you. Я люблю тебя. Иски держите. Господа, вы не видели Толстого? А ну-ка занимайтесь своим делом, полезайте в свою нору. Как великий князь в ложу уже. Все, я готова. Нет, 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 все хорошо. Со мной все в порядке. Живой. Быстрее же! Идем, давай! Голову, голову! Побрати, побрати! Все, вперед! Пациенты! Of course. Пожалуйста. А вы нам тока. Старый пена перквесто. Индеки си трата. Генерал, прошу вас, будьте снисходительны к Толстому. Я уверена, вы еще сможете им гордиться. La sposa mia.
графу понравилась моя невеста. Графу понравилась моя невеста. Инди секретаменто, рекуперар вориа, иль диритто фьюдале, possibile la cosa è naturale. Possibile natural? Я прощаю его ради вас. Naturalissima. Susanna Vol, possibilissima. Finiscila una volta. Толстой, вы куда? Толстой, стой! Андрей! Толстой, стой! Андрей! Толстой! Толстой! Пустите меня к нему! Она! Джейн, иди сюда! Джейн, осторожно! Что ты наделала? Послушай, да сядь ты. Я спать не могу, понимаешь? Да я уже начинаю сходить с ума, понимаешь? Ну? Ну вот скажи мне, ну чего тебе сдался этот Моцарт, а? Я уже говорил вам, сэр, он великий композитор. Ну хорошо, положим. Но тебе-то что до этого? Куда ты пошел? Идите за мной. What are you doing? Where are you going now? Да что ты теперь еще выдумала? Идите за мной. Wait up. Ну подожди, ты, ну это ж глупо, но... Fickle our happiness can be. Как зыбко наше счастье. How blind and naive. Как слеп и наивен тот, кто полагает себя хозяином своей судьбы или дара. A human being. Человек лишь проводник чьей-то воли. To not understand. И не понимать этого печальное заблуждение, в котором долгие годы пребывала Джейн. Она впервые по-настоящему полюбила и была уверена, что это навсегда. Вот почему поступок Андрея, которому, как ей казалось, она так просто и искренне все объяснила, ее потряс. Стой. Проходи.
Вы читали это? Все газеты кричат о том, что Толстой покушался на жизнь великого князя и что вы заслонили его своей грудью. Well. И что? Well, как что? It's a lie. Это же ложь. You know it. И вы это знаете. And it's your и ваш долг сказать правду. What truth? Какую правду, сударыня? The whole да всю правду. То есть вы хотите, чтобы я рассказал всем, как вы унизили меня, оскорбили мои чувства? Как этот мальчишка из ревности публично выпорол меня, своего генерала, смычком? Госпожа МакКрэкен, я ведь только с виду создаю впечатление идиота. К тому же, если уж говорить всю правду, мне придется рассказать о том, как вы развратили и, в конце концов, погубили этого мальчика. Я? Да, да, любезнейшая. Вы погубили его. Но он русский офицер. И никогда об этом не обмолвится. Он скорее сгинет на каторге. Ваше превосходительство. Ваше высокое превосходительство. Великий князь пообещал выделить деньги вашему отцу. Он подписал ваши бумаги и приказ о моем повышении. Неужели человеческая жизнь ничего не значит в этой стране? Все зависит от того, чья жизнь, сударыня. Уж лучше бы вы пили, ваше высокое превосходительство. Последние новости. Злодейское покушение на его высочество. Иди сюда. Последние здорово. Новости. Злодейское покушение. Ну, да. Сюда иди. Юнкер признался в покушении на великого князя. Это конец. Иди сюда. Дай все. Запивай. Получи. Добрый день. Здравствуйте. Вы говорите по-английски? Есть. Да. Ну, хорошо. У вас содержится заключенный по фамилии Толстой. Толстой? Какой Толстой? Андрей. Родственник писателя? Нет, 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 нет. А вы кто ему? Сестра? Нет. Жена? Нет, я... Кто вы ему? Кем вы ему приходитесь? В общем... У вас есть разрешение на свидание? Нет. Я могу заплатить. Сколько вы скажете? I'm sorry. Извините. Пожалуйста, позволь мне войти. Извини меня. Вы мать Андрея. Я вас знаю. Вы не знаете, кто я, но я должна вам сказать, что это все ложь. То, что написано в газетах, это все неправда. Я там была, я все это видела. Пожалуйста, прошу вас, вы его мать. Если бы вы написали царю, он мог бы что-нибудь сделать. Я знаю, как Андрей его любит. И он... Как он в него верит. Кто вы? Я никто. Простите меня. Но вы даже представить себе не можете, насколько я никто. Пожалуйста, напишите царю. Суд над Андреем был закрытым и скорым.
Радлов оказался прав. Андрей признал себя виновным в покушении на великого князя и ни словом не обмолвился об истинных причинах своего поступка. Вскоре после суда Макрекину выдали денежную субсидию на его машину. Получалось, что такой ценой был выполнен контракт, ради которого Джейн приехала в Россию. Этот простой и беспощадный вывод поселил в ее душе незнакомое доселе чувство, чувство вины. И, как ей казалось, навсегда. Я ничего не понимаю в этой стране. Простите, позвольте, я вас побеспокою. Давай! Ну что, видели? Теперь видели, а? Я ставлю, приезжаю, побежим! Сейчас все, придурок, вперед! Кому же на меня вставать, сука? Стой! Сейчас, сейчас, все должен делать сам. Вино мои любимые не подали. О, юнкер, проходите. Извините, Толстого отправляют по этапу. Пожалуйста, скажите Джейн. Она должна прийти на вокзал. Сейчас, прямо сейчас. Идемте к нам, у нас такой праздник. Я не могу, сэр. Скажите Джейн. Хорошо, хорошо, она должна прийти. Не закрывайте дверь, у меня еще гости будут. Пошел. Стоп, я стал здесь! Джейн, смотри. Грибной дождь. О, Джейн, иди сюда. Тут так весело. О, Джейн, я забыл. Юнкер такой высокий приходил, хотел тебя видеть. Полевский? Да-да-да, он. When? Когда? Он сказал, что Толстого отправляет по этапу, и нужно прийти на вокзал. Андрей!
и сына, и святого духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. С Богом православные! На грудь! На преодоле! Фу! Огонь! Марш! Андрей получил 7 лет каторги и 5 лет поселения в Сибири. Джейн пыталась догнать его в пути, объясниться с ним или хотя бы попрощаться, но ей было отказано в подорожной. Через некоторое время жизнь ее изменилась. Она вышла замуж за Макрекина и вместе с ним уехала в Америку. Однако чувство вины не покидало ее. Джейн продолжала искать Андрея, но все ее письма в Россию остались без ответа. Макрекин работал над своей машиной еще 7 лет. И еще 3 года понадобилось Джейн, чтобы получить разрешение на ее испытание в Сибири. Макрекин был счастлив. Он даже не предполагал, что Джейн стала его женой и помогала ему лишь для того, чтобы попасть в Сибирь.
Я инженер Дуглас Макрэкен. А это моя машина. Я изобрел машину, которая будет стричь деревья, как цирюльник. Как цирюльник стрижет волосы. Джейн добилась того, чтобы испытания проходили неподалеку от деревни Овсянка, где жили на поселении бывшие каторжные. По обрывочным сведениям, которые ей с огромным трудом удалось добыть, Андрей поселился где-то здесь. Сегодня самый счастливый день моей жизни! Я здесь, в Сибири, представляю вам сибирского цирюльника! Все готовы? Центральный захват вперед! Левый захват вперед! Сибирский цирюльник атакует этот лес! Джейн едва сдерживалась, чтобы не броситься к коляске. Ее отделяло от Андрея всего 2 версты проселочной дороги и 10 лет ожидания. 10 лет, в течение которых Джейн продолжала любить Андрея и чувствовать вину за случившееся. Но была еще одна причина, по которой Джейн должна была увидеть Андрея. Это ее тайна, с которой она жила все эти годы. Андре? Андре?
Мехмед. Могу я войти? Andrei? Anybody here? Кто-нибудь здесь есть? Пошла, 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 пошла! Пошла! Пошла!
пришла. It was a disaster. Это было крушение. Jane understood that she was too late. Джейн поняла, что она опоздала. Двадцать минут в доме Андрея перечеркнули все. Все 10 лет ожидания этого момента. Джейн покидала Сибирь, оставив там Макрэкена и его машину, не увидев Андрея и так и не сказав ему, ради чего она сюда приезжала. Джейн мчалась в своей коляске по пыльной сибирской дороге, не зная, куда и зачем она едет. Единственное, что у нее теперь оставалось и принадлежало только ей одной, была ее тайна. Тайна, которая навсегда связала ее с этой огромной страной, так и оставшейся для нее неразгаданной. Она хранила эту тайну 20 лет. Но вот теперь пришло время тебе ее открыть. Послушай, даю тебе последний шанс снять эту маску. Давай, скажи. Срал я на этого Моцарта? Никак нет, сэр. Ты что, собираешься в этой маске всю жизнь ходить? Если придется, сэр. Из-за какого-то музыкантишки? Он не музыкантишка, сэр. Моцарт великий композитор. Вы же слышали его музыку. Она прекрасна. Ну, ладно, так, ничего. Ничего? Ну, хорошо, ладно, он великий композитор. Что? Ладно, ты выиграл. Моцарт – великий композитор. Ну, теперь давай, снимай, наконец, эту маску проклятую. Вас плохо слышно, сэр. Что? Вас плохо слышно, сэр. Моцарт – великий композитор. Вас плохо слышно, сэр. Нет, погоди минуточку. Моцарт – великий композитор. Вас все еще не слышно, сэр. Ну, теперь, надеюсь, все меня слышат. Ой, гляди, сержант, а что это он орёт? Моцарт, который загнал мне в задницу кувалду по самый пух. Моцарт, чью маму, папу, сестер, братьев, дядюшек и тетушек, всех вместе взятых, всю родню я видел в гробу. Так вот этот самый распроклятый Моцарт, который достал меня по самый некуда, этот Моцарт, великий композитор! С вами все в порядке? О, да-да, мадам, я просто обучаю личный состав сигналам семафора. Идите обратно в лагерь. Могу вам чем-то помочь, мадам? Я ищу кадета Макрэкена. О, нет, опять Макрэкен. Кадет Макрэкен наказан, мадам, он должен пробежать еще 2 мили. Вы можете подождать его в лагере. Если хотите, я покажу дорогу. Ну, валяйте. А что это такое? Я имею в виду, кто это? Это его отец. Но на нем русская униформа. Он русский? Да. Это много объясняет. И, наверное, Моцарт тоже русский. Нет. Понравится Моцарт? Нравится? Я обожаю его. Его все обожают. Моцарт – великий композитор, мадам.
давай! Пошла, пошла!